предыдущих сериях. Ого! Как же мы их наупили. Ладно, на колени. В общем, предлагаю механобосса нафармить. И налупить. Как считаешь? Налупим, дядь, налупим. Да возьмем и налупим. Мы налупим всех в этой игре. Или ты хочешь забавный адский челлендж убить этого ублюдка Гвардиана? Этим дерьмом из жопы. Хочешь? Хочу. Хочу ли я? Как ты думаешь, ублюдок? Только надо дня подождать. Ну естественно. Естественно! Предлагаю тебе сделать. О, можем, знаешь, что сделать? Покрафтить боссов, которых мы еще не убили. Ну я тебе говорил про Гидру, я тебе говорил про еще какую-то хрень. У нас есть возможность их скрафтить. Сейчас. Еда Гидры. А, она из эссенции света и из... скрафтится. Потом... А, древнюю эмблему. У нас, в принципе, этот металл нигде не используется, поэтому можно, думаю, и скрафтить. Ты больной, ублюдок. Да я её не прицепал. Я тебе скинул, урода. Я тебя скинул. Я тебе кушаю, клюки кушаю. Я тебе скинул, я её не призывал. Не телепортируйся, тварина. Вроде у неё лицо не безгранично сильное. Мягкий закончилось. Слава бога. Блин, капец, пацаны там устраивают вечеринку. Древний драгоценный камень. Посмотри на его описание. Тебе выпал эта хрень? Я его дел, зачем? Я тоже выпал. Не, пошел ты нахрен, урод. Такие камни одевать. Ты себя не уважать. У нас есть стингеры, вайны. Вайны можно купить. Стингеры тоже. О, купи вайны. А, у нас есть все. Ладно, тогда сейчас я сделаю... Херт. Погнали, налупим его. Сейчас, 5 секунд, я налуплю. Я хочу налупить сам. Ну, логики, я его сам, думаю, налуплю. Музыка такая адская, как будто какой-то дьявол. Алло, у тебя 3000 здоровья, дядя. С лицом. Так мозг. Вот это оружие. Ты посмотри на этот ДПС, это просто нереальное количество урона. Так его еще и кликать надо. Да, это самое важное. Че? Просто сидишь и такой. Так, Фростру. Как психопат просто. Фрост. Нам чего-то не хватает, чего же. Фриджит, у нас 16 его, а нам надо 30. Ой, бутылочку снял, нечаянно. Браток, не расстраивайся, держи. За такое это, как говорится, банно. Сразу же. Ой. Что? Что ты такое? Ты вообще больной? Так, подожди. Драй, какие танки, танкист. Что ты сделал? Ты вообще поехал? Что? Ты совсем конченый? Ты совсем... Ебанутый. Отбитый. Алло, блядь. А, что ты делаешь? Что это такое? Я не знаю, что это такое, но этого дефенса даже больше, чем у моих. Я тебе
тебя уничтожу, ты понимаешь? Да. Командир контужен, видимо, снижена. Уничтожен. Самое страшное то, что у этой херовины типа, да, дефенса столько же, сколько у моей наковальни. Так, убери этот танк, Саны, мне лагает что-то по-адски. А я убрал, убрал. У меня теперь все NPC открываются с лагами. Ты урод. Да, знаю. Ты говоришь, из-за танков у тебя лагает. Психопат. Ну да. Ага. А там урон хорош. Да ни хрена он не хороший. По сравнению с вот этим вот. Ну, по сравнению с вот этим вот, так, призванных существ несколько. Я в наковальне могу этот ад делать? Да. Ты думаешь... Всем в жопу. Ну что, гоу убивать этого урода? Просто бери защику и валим домой. Ля, смотри, кто у меня есть. О, ну это ладно. Вторая та штуковина, которая позволяет у алхимика получать... Точно, покупать можно теперь эти хрени. Вот алхимик, вот алхимик. Еще можно с этого что-то скрафтить. Вот алхимик, я его стоплю. Где? А, да. А для чего нам это надо? На, посмотри. Там мощные черви. Так. 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 А, мы ж на древнем манипуляторе можем... Так. ...эту херню преобразовывать. Так. Ты урод. Мы пока до этого дойдем. Нам нужно до Мунлорда хотя бы доползти. Тут всё с... Ну да. Зачем мы сейчас убивали его? Предлагаю построить еще один этаж. Ваше предложение принято. We'll be right back.
Двери можно сделать? Сделаю, как сделаю, еще 4 этажа. Yeah.